Ребята, всем большой привет! Привет! Сегодня мы опять вместе с Лехой порыбачим на реке Северский Донец. Вы видели видео с Лехой, мы с ним ловили окуня, щуку с моста. Да. И сегодня мы ловить будем тоже возле моста. Сегодня, весна, можно сегодня сказать. Был снег, да, но у нас, как всегда, короче, одна грязюка, и мы с ним вот в сапогах, чтобы полностью, так сказать, не промокнуть. Сегодня мы будем ловить, я на лайт буду ловить, 4 грамма буду цеплять и 2-дюймовую приманочку. А Леха будет чем? А я буду ловить на ультралайт и буду ловить в основном 1.5 грамма. Полтора грамма, да? Течение усилилось, сейчас вода поднялась. Думал еще меньше поставить, 0,7 грамм, ну буду на 1.5 ловить. Ну а я буду пробовать брать их тяжелыми весами, так сказать. Крупных. Крупных. Ребята, у нас с Лехой не так много времени, мы ловить будем всего лишь около 1.5 часа, потому что ему надо спешить, да у меня есть дела. Выехали, так сказать, на быструю рыбалку. Вот наш мост, и если тут не получится ничего поймать, мы пойдем туда. Я знаю, там точно вроде бы всегда есть рыбка. И вот я сейчас сделаю забросик. Оп, аккуратненько. И попробуем протянуть. Может что-то будет. Недавно я поймал довольно-таки большого кабаняку. Полкилушного, видео про этого кабана будет в описании, ребят. Если вам будет интересно, заходите, просматривайте. Короче, клюнул очень здорово тогда окунь. Пробуем с паузами большими, так как холодно сейчас на улице. Взял я лайт специально, не хочу брать ультралайт, так чтобы потяжелее было, так как вода поднялась, чтобы не сносило. Побросали мы здесь, ничего у нас не было. И пойдем с Лехой наверх, на гору, как бы не упасть. Оба! Такая вот гора тут. Крутая. Грязи нету, поэтому более-менее еще заходить, ребят. Вот снежок есть. О, с моста? Ну, на лайт я смогу с моста, а ты как будешь бросать? Мало ли, да? Во, какое тут место хорошее. В общем, такие мы сумасшедшие. Будем ловить окуней и пробовать с моста. Щука была, ну а по окуню. Только проводку, вот Леха, делать окуневую тут сложно. Сразу поднимается вверх. Здесь, получается, надо дольше ждать. Два раза шевельнул, ждешь, пока оно на дно упадет. Потому что оно, да, оно получается... Приманка, получается, поднимается сразу. Клёва нету. С моста решили перейти дальше. В какой-то микрозаливчик, как в тот раз. Потому что... Да, Леха, как-то... Усилилось да. Течение, и тяжело, в общем, рыбу найти. В общем, не то пальто, короче. Нужно искать. Не то пальто. Сбегать надо, потому что можно тупо улететь. Уехать, уплыть прям. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ух, пробежечка. Ну что, есть клюв? А? Нету. Нету? Что? Вообще белая рыба не отзывается? Леха, куда ты побрел? Ты там залезешь? А ты там вот. Он гоняет, видишь? Да он там всегда, да, я знаю. Гоняет он там каждый раз. Тут на той неделе мужик сидел, плотвы ловил, нормально было. А? Слабо. Слабо, да? На опарыша? На все подряд пробую. На все под... Не, никак. Вообще, да? Нет, тут берет чуть-чуть, но так. Плотва в основном? Ну, да. Плотва. Подлечика, густерка нет, да? Только плотва. Он сидел там слева и донку бросал. На донке вообще ничего, только на поплавок было. Оно тоже очень плохо. А вы крайний раз когда выходили? В том году. Понятно. В том году. О, и есть контакт, первый окушок, оба, там так, да, нормально, рыбу берете?
Там. А? Не, окушки нет. Окушки нет? А вы окушку уберете? Куда было? Куда вам? Давай. Трамай-то. Спасибо. Есть, да? Оба. Первый пошел, а? Плещется? Это то с моста, наверное, да, вода впадает? По столбом прыгнула, да? О, плотвина. Как она, еле-еле взяла? Нет, хорошо притопила. Нормально притопила? Ну что, Леха, не? Пусто? Не было поклёва. Ну я уже старт дал. Да ты попробуй, вот кинь так, как я, смотри. Вот так, 2 метра, вот так, чик, от берега. У тебя там легкий, да, я ж просто начал с этого. Хотя тут у меня в тот раз клевало на всё. И 4 грамма, и не 4, я же говорю, я разницы не заметил. Зацепил какую-то пиявку. Что, мужики, ни хвоста, ни чеши. А? Ага. Леха, так пойдем наверх? Или там? Пошли здесь, тут лучше выкарабкаться. Давай, ты лезь первый, если упадешь, это будет фиаско, я сниму, понял? Я упаду. Я думал, мы туда пройти. На ту сторону? Ну пошли хоть куда-то, не знаю, мы тут ни разу справа не ходили. Ни разу ж. Пошли сюда. Пошли, мы ни разу здесь не были, давай хоть попробуем. Ребят, сейчас перейдем через это, значит, болото. Такое вот. Приняли мы решение, так как времени в обрез, двигаться на, есть там мелкий залив, да, такой, Леха? Далеко. Ну, сколько идти? Ну, километр, наверное, пешком надо идти. Мы сейчас быстрым-быстрым шагом постараемся преодолеть это расстояние. Если можно так сказать, то у нас сейчас межсезонье как раз. Вот то время, когда перед льдом и перед вот этой всей, короче, так сказать, фигней. Вы вот писали в комментариях, что в тот раз я, когда ловил с Олегом, мужику не дал порыбачить. Ребят, я ему рыбы наловил тогда, пару десятков. Мужик ушел домой счастливый к жене. Рыбы не было, говорит, жена скажет, бухал где-то, да. Вот, а сегодня мы там чисто аккуратненько побросали, попробовали, не стали уже мешать им, так как они там ловят, но давно приехали издалека, у них всего лишь пару плотвин. Поэтому ходим в поисках дальше по берегу речки. Леха в отчаянном режиме решил кинуть прям в лед. Я хочу поймать сильную рыбу. Сильную рыбу. Время на исходе, рыбы нету. Времени мало, а рыбу еще. Глубина, Леха, мелкая там. Мелкая. Как ты будешь? Лед или снег такой? Снежок, да? Как снежок такой со льдом. Как снежком все притрусило. Вот здесь я хоть дно чувствую. Да? Ну ладно, тогда я начинаю. Что? Стою, смотрю, как кто-то ловит, да? Да, да, сейчас еще поймает, а я вообще тут. Оба. Наш не утопнуть. Оба. Только мне интересно, как ты вытащишь через лед? А он пробивает. Пробивается? По крайней мере, о, ну поехали тогда. Тут дув, тут дув. Есть. Есть такой шарик. Вот. Пошел, видишь, маленький у меня пузатый, тоже. Маленький пузатый. Маленький пузатый. Ест много. А причем брал, в траве. Да нет, да тут вот, почти под этим берегом даже взял. В середине, можно сказать. Лех, просто в середине. Делай проводку до конца, да, потому что смысл есть вести. Раз рыба тут есть. Плыви, малыш. Вот Леха поймал. Поймал, дождался. О. Очередной окунечек такой, да. Маленький совсем. Январский гигант. Да, 0,7 грамм вообще на легком весе. Да, ну я ловлю на 4 маленький, тоже ловился. 0,7 грамм, да. Без застежки вообще такую снасть сделал. То есть ты чисто уже начал сомневаться, начал, думал, да, переделывай, да, уже все. Думаю, уже такая снасть все. Может уйти от нуля. Здесь рыбы нет, да? Ребят, вот и я поймал последнего на сегодня окуня. Я подцепил тоже вес, как у Лехи, меньше 1,2 грамма. Все-таки, когда маленький вес, окунь по такой холодной воде берет получше. Ох, как он заглотнул-то, елки. Еще и самый крупный на сегодня. Еще и самый крупный на сегодня, да, прям гигант. Вот, в общем, мы подловили слегка с ним рыбки и покатим домой, потому что у нас прошел ровно час, и за час мы в общей сложности сколько штук поймали? Да штук. 6, да? 6-7, да, 6-7, короче, 6-7 окуней мы вдвоем поймали за час. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.
выпускаем нашего красавчика. Оба. Очухался. Вот рачок. Давай. Оба. Раков, ребята, вот искать в таких местах. Только на прогретых солнцем участках. Оба.